Ну и вот за моей спиной два обрушенных пролета Антоновского моста. Вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег. Сейчас по ту сторону наших войск нет. Противник, судя по всему, к этому мосту с той стороны еще не подошел. Но вот за моей спиной тот самый Антоновский мост. Видно, что вывод российских войск с правого берега велся как по самому мосту, так и по понтонной переправе, которая состояла из барж. Очевидно, что по ней били хаймарсами. Всю ночь была слышна канонада как раз в этой стороне. Далее два пролета моста были обрушены. Можно предположить, что они были взорваны российскими инженерами, чтобы преградить путь противнику, который вскоре подойдет на тот берег. Ну вот повреждения, которые были нанесены мосту хаймарсами. Здесь были положены железные листы, по которым, судя по всему, с того берега и ехала колесная техника. Но, судя по свежим пробоинам, делали они это под огнем противника.